Начали. Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу, как правильно собирать черемши. Вот это вот не черемша. Вот это тоже не черемша. Очень опасный лист и очень похож на нее. Это черемша. Видите, у нее красная ножка и два листика. Ну, если у нее еще не вырос, то можно один. Тоже черемша. Пока.